Коротко о главном на UN1. Жители городов на востоке Украины готовятся к референдуму о статусе региона. Тем временем самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что сепаратисты не будут брать в плен украинских военных, а будут, цитата, «валить всех», конец цитаты. Накануне исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов сказал, что любой, кто поддержит отделение восточного региона от Украины, поспособствует расколу страны. Турчинов также призвал жителей восточных областей сесть за стол переговоров, подчеркнув, что Верховная Рада готова пойти на реформу регионального самоуправления, расширив права местных советов. При этом, по словам Турчинова, к переговорам нельзя допускать террористов, которые захватили административные здания в нескольких городах на востоке Украины. Отметим, Киев возлагает ответственность за беспорядки в восточных областях на пророссийских сепаратистов. Ситуация на востоке страны обострилась после того, как к власти в Украине пришло новое правительство. Смене власти предшествовали массовые акции протеста, завершившиеся отстранением президента Украины Виктора Януковича. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что готовы ввести новые санкции против России в случае срыва президентских выборов в Украине, запланированных на 25 мая. По словам Меркель, если выборы не состоятся, это приведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине и повлечет за собой принятие мер, согласованных на заседании Совета ЕС. Недавние санкции, введенные против России, Олланд назвал второй ступенью и сказал, что не исключен третий пакет штрафных мер. Новые санкции будут направлены против ключевых секторов российской экономики, включая сферу финансов, услуг, энергетику, металлургии и горнодобывающую отрасль. Пока что США и ЕС ограничились тем, что ввели визовые запреты для российских чиновников и заморозили активы компаний, принадлежащих лицам, приближенным к президенту России Владимиру Путину.